Сегодня православные верующие спешат в храмы и церкви, чтобы отметить великий праздник Пасхи. В Великобритании, в Лондоне, только два православных храма. Один из них, русский православный храм, находится в районе Чизик. Сюда спешат русские православные верующие. Сегодня ночью сюда пришли и мы, чтобы попасть на ночную пасхальную службу. Ну, не только для русских людей, он важен для всех христиан, потому что это самый главный праздник, победа Христа над смертью, над проклятием, над грехом. Эту победу Он даровал всем нам, поэтому этот праздник праздников, как мы поем в пасхальной службе, он действительно самый главный, самый важный для всех верующих христиан. На службу, конечно, пасхальную будет очень много народа. Вся площадь вокруг храма, и за храмом, за оградой, это будет запружено народом. Крестный ход, который мы совершаем в пасхальную ночь, обходя три раза вокруг храма, все больше и больше людей подключаются, поэтому иногда движение становится очень медленным. И это лишь свидетельствует о том, что очень много народа приходит на пасхальную службу. К концу ее остается уже значительно меньше, но все равно полный храм действительно церковных верующих людей встречают эту ночь в молитве. Очень большой праздник. Во-первых, это Иисус Христос, Он воскрес после всех этих 40 дней, как Он постился, все. Потом Он, Его распяли, и на третий день, вот именно воскресенье, Он воскрес. Вот я считаю, это очень большой праздник. Самый такой, из всех праздников, это, я считаю, очень большой, великий праздник. Это символ. Символ России прежде всего, потому что мы не дома. И это очень тот момент, когда нужно вспоминать своих, родину, помнить свое место на чужбине. Ну и кроме того, что, конечно, это вера. Христос воскресе! Еще нет 2 лет, как я нахожусь на этом приходе. Здесь были священники до меня, поэтому... Но все свидетельствуют, конечно, о том, что когда строился этот храм, то здесь прихожан было очень мало. Это начало 90-х годов, поэтому той волны миграции, которая существует в настоящее время, естественно, не было. И 20-30 прихожан на службе молилось, и казалось, что этого... А сейчас мы думаем о том уже, что храм не может вместить всех прихожан в воскресные или в праздничные дни. Крение воды сие священное во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь.